Певица Алла Пугачева не является хозяйкой замка в подмосковной деревне Грязь. Единоличным владельцем особняка за 1 миллиард рублей является ее муж, юморист Максим Галкин. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По данным газеты, Галкин владеет 16 земельными участками общей площадью 21,2 тысячи квадратных метров или 212 сотками в деревне Грязь. Самый маленький объект на территории замка составляет 102 квадратных метра, а самый большой – 2500 квадратных метров. Согласно бумагам на особняк, он имеет три отдельных постройки. Первая является основным домом, шестиэтажным дворцом, площадью 1867 квадратных метров. Вторая – банным комплексом и бассейном, 571 квадратных метров. Третья – подсобка или помещение для охраны, 29 квадратных метров. Все земельные участки Галкин приобрел в разное время. Самый первый он купил в 2004 году, еще часть в 2008, 2016, 2018 годах, а последний 20 июля 2020 года. Дворец и спа-зону юморист зарегистрировал 21 сентября 2011 года. В общей сложности особняк имеет свою оранжерею, зимний сад, курительную комнату, каминный зал, библиотеку с дубовыми стеллажами, детские и взрослые гардеробные, отдельное крыло для гостей и тайные ходы. По оценкам риэлторов, его стоимость составляет 1 миллиард рублей. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!